нами Валерий Ликян. Мы только что наблюдали, как вы играли в волейбол и футбол. Скажу честно, интернетчики восхищены. Вот как нужно поддерживать форму. Вы играете постоянно, да? Ну, постоянно играть, к сожалению, нет такой возможности, но стараюсь раз от раза с ребятами играть. Но самое главное тут даже не поддержка, не физическая форма, а главное желание и дух победы, и как бы командный дух. Ну, у вас в команде, походу, хороший дух. Да, здоровый дух, хорошая команда, так что сплоченный дух. Я думаю, выиграем. Спасибо большое за интервью. Закончился волейбол, начинается футбол. С нами Уругвай, Никита Бодиговский и Рома. Скажите, пацаны, как вообще вы будете сейчас играть? У вас Саша, кстати, Докучаев капитан. Корректируете ли вы свою стратегию под это дело? Кто из вас хорошо умеет играть, кто плохо? Давайте с Ромой начнем. Мы еще друг друга не знаем, но играть мы будем по-любому хорошо. Никит, как думаешь? У нас Саша профессиональный игрок, и он будет строить всю команду, и у нас все получится, мы победим. Как ты думаешь, как вам? Победите? 100%. Настраиваемся только на первое место. А если против вас будет играть Яриш Агабазян? Говорят, он неплохо играет. Ну, возможно, мы ему будем поддаваться немножко. Для имиджа РПТ, да? Открываем новые лица на РПТ. Парни приехали первый раз, хотим узнать ваше впечатление. Каково вообще? Да, вроде все отлично, люди добрые. Атмосфера от нас... Позитивно, да, позитивно. У нас сформировался финальный матч. Команда Валерия Ликяна против молодых интернетчиков. Сейчас посмотрим, кто победит. Основное время не выявило победителей, и мы будем наблюдать за серией пенальти. Около 20 ударов понадобилось игрокам, чтобы определить победителей. Победила команда Валерия Ликяна.